І сьогодні ми запросили до нас організаторів бою, який відбудеться 18 грудня у місті Дніпро. Це у нас Сергій Погасян та Аліна Романчук. Доброго ранку. Здравствуйте. Хочеться у вас трішки дізнатися. Ви організатори цього турніру. Майже півмільйону гривень іде призовий фонд. Україна, Казахстан, Польща і когось можливо Ізраїль. І Ізраїль, так. Будуть приймати участь. Що це за турнір? Это второй турнир, который мы проводим в Украине. Первый турнир принимали участие у нас тоже сборные Украины, Израиля, Литва и Соединенные Штаты Америки. В этом году мы немножко переформатировали, пригласили другие команды. Чем интересен этот турнир? В том, что здесь принимают участие не лично спортсмены как за себя, а представляют команду. И формат поединков следующий. Это поединок 5 на 5. То есть выходит 5 спортсменов с одной команды, 5 с другой команды. Победитель остается на ковре, к нему выходит свежий спортсмен с другой команды. То есть фактически один спортсмен может выиграть всю команду. А это стенка на стенку, чем меняются партнеры? Победитель остается на ковре, к нему выходит свежий спортсмен. Да, я зрозумів. Эти 5 людей, они меняются? Чи, там одна людина в рингу? Так, так. Одна, то есть они меняются? Втомився и інший може вийти замінити, чи як? Нет, нет. Вот выбираются... очередность выхода спортсменов. Выходят два спортсмена на татами, они борются. И победитель остается на ковре. Проигравший уходит, все, он уже выбыл. Ага. Победитель отдыхает минуту, и к нему выходит свежий спортсмен другой команды. Тобто один може всіх п'ятьох? Так, і... В 19 году так и было. В сборной Соединенных Штатов один спортсмен выиграл всю сборную Израиля. Ого, дуже круто. Це джиу-джитсу, правильно? Це джиу-джитсу, я наскільки я знаю, що там без не використовуються ударні. Чи ударні все-таки використовуються? Бразильська джиу-джитсу, є комбо-джиу-джитсу, японська, традиційна, різні різновидності. У нас бразильська джиу-джитсу – це спорт, де немає ударів, це боротьба. Но конкретно турнир Wall to Wall, стенка на стенку, который будет в декабре, здесь идет уклон больше на болевые, на ноги. Это отдельное направление, которое очень популярно развито в Америке, так скажем, такая американская школа, потому что в Бразилии больше склоняются к классической борьбе в кимоно. Это будет борьба без кимоно, то есть рашгарды, шорты. И смысл и правила основные этого турнира заключаются в том, что нужно победу получить досрочно. То есть провести болевой, удушающий прием. Это очень зрелищно, это очень круто. Есть миллионы разновидностей этих приемов, и в этом вся фишка. Ты никогда не будешь знать их все, потому что постоянно этот спорт прогрессирует, постоянно появляются какие-то новые техники. И вот конкретно Wall to Wall, Сергей сказал, что это наш второй турнир, но это... Второй турнир в формате «Стенка на стенку». Так у нас в год проходит по 8-10 проектов разных. То есть это может быть борьба в кимоно, открытые турниры, где выступают любые желающие спортсмены. Это более коммерческий турнир с призовым фондом, с уже известными на мировой, европейской арене спортсменами. 450 тисяч призових. Ось, як вони будуть розподілятися? Одна команда забере, чи все ж таки... Все разоборуть. Ну, в этом году мы решили все-таки, чтобы у нас первые три команды получили призовые. Естественно, будут разделены пропорционально, чтобы был как бы стимул у команды, которая в полуфинале проиграла, все-таки еще раз побороться за приз. И все-таки приезжают спортсмены с разных стран. Ну, это, для них это стимул бороться и выиграть в полуфинале. Даже если проиграть, чтобы у него была еще надежда все-таки выиграть. Тобто четыре команды, правильно? І так. Одна команда поїде не з чим, а інші трішечки отримають, правильно? Ну так буває, це ж спорт. В Олімпіаді теж не всі медалі роздають. А є один переможець, а інші просто призові, так сказати. Ну, ми, в будь-якому випадку, у нас наша ліга, навіть коли проводить відкриті турніри, де багато дітей, у нас завжди є якісь подарки, сюрпризи для наших спортсменів. Тобто у нас ми останній турнір провели в Запорожжі, ми зібрали около 1000 спортсменов, но скажи, спортсмен получил футболку от Лиги ТМС, ребенок просто приехал, он, даже если проиграл, у него это, для него это был праздник, он получил футболку, он получил эмоции, он поучаствовал на турнире, на красивых коврах, с LED-экранами, это праздник. Поэтому у нас выступают дети, занимаются спортом от 4 лет, и
предела нет. Можно 70 лет выйти на ковер и бороться. От вы вице-президент Лиги ТМС, правильно? И чи вы еще занимаетесь, чи вы только тренуете? Я нет, я не тренируюсь. Я вообще адвокат профессиональный. Адвокат? Да, и это как бы вот хобби переросло, наверное, что-то большее уже в работу, потому что мы здесь, как у нас, да, есть такой лозунг «работаем, работаем». То есть мы постоянно в работе, у нас новые проекты, какие-то новые идеи. И мы вот только в ноябре вернулись с чемпионата мира. В Абу-Даби был по джиу-джитсу, и я, и наш президент Шай Гутман, мы участвовали на этом турнире, мы приняли участие как спортсмен, мы тренируемся, мы боремся. Вот мы выступаем на чемпионате мира. Я думаю, что это прекрасно, потому что этим самым мы показываем спортсменам, что мы не только организм, мы этим живем. Мы боремся, мы показываем, что можно в нашем возрасте не быть профессиональным спортсменом, просто заниматься этим видом спорта, можно поехать на чемпионат мира, доказать себе, что ты можешь выступать, можешь бороться, можешь побеждать. А ви не думали прийняти участь в своєму турнірі, який ви приймали, організували? Я розумію, що це може бути, що це якесь, може бути а-ля комерція, але ж... Це настільки займає багато емоційно при підготовці таких турнірів. Вони ж не робляться за неділю, за місяць. 2-3 місяці роботи, а непосередньо перед турніром ми на наших турнірах ми намагаємося для наших учасників зробити праздник, щоб вони... получили максимально эмоционально удовольствие, чтобы они не только поборолись, они еще окунулись в какую-то атмосферу праздника. Поэтому мы должны присутствовать на арене, мы должны общаться со спортсменами, с тренерами и всем уделять какое-то внимание. Поэтому мы лучше будем выезжать и бороться. Да. А вы якось контактуете с украинской командой, та, яка будет приймати участь в самом турнире? Да. Ось, може, ви якось... Галина розкаже, як це не просто команда, яку ми позвонку. Це ребята не случайно попали. Ми збирали команду в течение года, можна так сказати. По результатам всіх турнірів, які були в 2021 году, формувався рейтинг нашої організації. І ті ребята, які зайняли перші місця в цьому рейтингі, в різних весових дивізіонах, в різних поясних, вот, вони прийняли участь в гран-при. И уже по результатам гран-при мы определили шестерых человек, которые заняли первое место в своей весовой категории, и они уже стали костяком нашей команды. Так как по регламенту в команде должно быть 5 человек, а у нас их 6, то есть один из ребят будет запасным, но это не менее важный персонаж в этой команде, потому что это спорт, может случиться что угодно, элементарно один из участников может просто заболеть за день до турнира, у нас будет готова замена. Я провела с ребятами 3 дня, у них были сборы в Харькове на базе наших участников команды, харьковские ребята. Они съехались с разных городов. Я хочу сказать, что я ими очень довольна. Мне очень нравится то, насколько серьезно они к этому подходят. Они понимают, что они представляют не только себя, не только свою команду, они будут представлять Украину. С ребятами из Польши, из Израиля, из Казахстана, они уже боролись на других соревнованиях или даже на наших. То есть они все друг друга знают. Ага. Да, это уже такая немного принципиальная будет борьба, потому что им нужно реваншироваться. Наш капитан команды Влад Ярощук, он боролся со всеми из них, с каждым из с любой другой команды, стороны. Да. То есть у него там намечаются такие реванши очень важные, он к ним готовится, особенно к Омеру Эммануэле, это израильский спортсмен. У них там... Весь прогревал, так? Да, да, он ему проигрывал, и проигрывал казаху Руслану Израилову. Но при этом они очень друг друга любят и дружат, но спорт нужно выяснить отношения. Але от в него немає такого морального подавления, то, что он все-таки цим хлопцем уже прогревал? Нет, нет, ни в коем случае. Влад психологически очень сильный спортсмен. Он это воспринимает адекватно. И наоборот, у него есть цель себя проявить и показать, что все-таки, ребята, вам тогда просто повезло. Я хочу поставить точку. Ми говорили про заміну. Є одна людина, яка може замінити. Чи ця людина може замінити людей під час турніру, якщо виникне якась травма вже протягом якоїсь борьби? Я думаю, що... Ні. Це вже все. Якщо ти вже отримав травму під час змагання. Якщо в полуфіналі виграє одна із зборних, і хтось із спортсменів отримає травму, то вони в фінал вийдуть вже вчетвером. Ну, або він буде з травмою.
Это будет некрасиво по отношению к другим командам. Они не везут запасных. У нас запасной будет на тот случай, если что-то случится до турнира. И мы сможем быстро найти замену, чтобы у нас был полный комплект. А, я зрозумів. Інші учасники, що вони вигравали? Наскільки вони круті в своїй сфері, ось що вони саме потрапили в цю команду? Я не знаю, как собирались. Вы имеете в виду украинская команда? Так, украинская. А, у нас все ребята, это первые номера рейтинга в Украине. Кто-то коричневый пояс, кто-то пурпурный, кто-то синий. Но при этом они конкретно для этих правил, они очень хорошо борются. То есть это такое понятие, как submission grappling, там, где нужно не баллы зарабатывать, а пытаться досрочно победить соперника. Как я уже сказала, различные варианты болевых, удушающих, то есть они в этом очень сильны. Конкретно ребята из Харькова, на базе которых проходили сборы, они заточены под американскую школу, так скажем. Это совершенно другая борьба, и она не всем доступна, конкретно даже если взять страны Европы, там СНГ, это нужно отдельно посещать какие-то семинары, которые они проводят, ездить за границу или покупать их видеоуроки. То есть эти ребята этим всем занимаются, пытаются уже конкретно перенять вот эту американскую школу борьбы. И я думаю, в этом будет преимущество украинской команды. А ви коли відбирали, робили рейтинг, це були саме на ваших змаганнях, чи це були якісь, можливо, всеукраїнські змагання, європейські і тому подібне? У нас було 3 відкритих турніра, которые именно непосредственно проводила наша лига, Лига ТМС проводила. И финальный турнир был у нас, по-моему, в сентябре, не помню, или в октябре, чемпионат Украины, где рейтинг утраивался. То есть спортсмен мог приехать даже на один турнир и попасть в топ. То есть он должен был выиграть в своей весовой, в абсолютной категории, мог набрать балл. У нас выступал Ярослав Амосов, приехал, у нас боролся, и он в рейтинге сразу взлетел, потому что он выиграл все схватки в своей категории, в ГИВ, в ГИ, абсолютную категорию выиграл. Вот. Поэтому это спортсмены, которые выступали на наших турнирах. Вы не дивилися на, можливо, всеукраинских змаганиях и запрошували до себе? Там, например, хотя бы на какой-то певний турнир? Чи так воно в цілому відбувалося? У нас открытый турнир, у нас приезжают спортсмены со всей Украины. У нас мы полностью, у нас Западная Украина, все к нам ездят. Харьков, Запорожье, Киев, Львов, Житомир, Ровно, Тернополь. У нас Одесса много, Кропивницкий, Запорожье, Днепр. Мы собираем, ну, на 1000 спортсменов. Дети от 4 лет, у нас все есть сборы. Поэтому на чемпионат Украины собралось очень много спортсменов. Это достаточно цікаво. Как раз хотелось бы еще трішки поговорить про ваши змагання в будущем. Плануете еще что-то проводить в таком плане? У нас на 22 год запланировано 6 больших турниров Open, про которые я говорю, где любой желающий может зарегистрироваться и побороться. В конце года, естественно, по итогам Open у нас гран-при, мы выявим абсолютного чемпиона. И в середине года мы решили поменять немножко наш календарный план и летом провести World-to-World. Мы в конце года проводили, мы решили сделать это летом, когда будет тепло. Можно приехать в Украину, может быть, где-то там поближе к морю, мы что-то организуем. І пройдемо такий турнір. Або зробити, можливо, навіть на стадіоні, щоб люди собі комфортно почували. Чи поки що це... Це наша ціль, так. Собирати стадіони, як і всі, так. Ми к цьому йдемо, стремимося, працюємо. Так, я ще раз вам дякую. Хочеться нагадати, що у нас сьогодні був медіадиректор Ліги ТМС Аліна Романчук і також віце-президент Ліги Сергій Погостян. Дякуємо вам ще раз за те, що ви розказали про цю лігу. Надіюся, що українська команда все ж таки візьме перше місце, тому що з нами Україна вся. Ми також будемо за них вболівати.